Анечка, привет. Привет. Что у нас сегодня в Гуляевском клубе? Ой, у нас долгожданная светлица. Мы так давно их ждали в гости. С прошлого года они у нас не были. То пандемия, то еще что-то. А что за группа? Откуда она? Это черемшанская группа, фольклорная. Это народный ансамбль со званиями. Лауреаты там разных конкурсов. Достаточно известная группа среди фольклорных коллективов. И сегодня они что-то новенькое нам представят. Мы прям ждем с нетерпением. Спасибо, будем наблюдать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.